дом есть, есть. Ого, нифига себе! Чё эти твоманы творят? Да, только почему он один? Где второй ТВ-мен? Я не знаю, ты же типа создавал и маленького, и гигантского. Так вот я про то же. Нифига себе, смотри, пылает скибиди-туалет. Военный? Стоп. Военный скибиди-туалет? Это что-то новенькое. Какой-то меч у него, смотри, был. Осторожно, смотри, только не сгори. Ага. Так. О, вон наш ТВ-мен стоит. Так, он пока что бездвижный, потому что он, в принципе, всех здесь победил. Смотри, он весь в крови этих скибидистов. Ага, ё-моё, страшное зрелище. Ну смотри, он расправился вообще на изи с ними. Где гигант ТВ-мен? Ё-моё. А вот, походу, и он. Неужели эти скибидисты как-то смогли победить этого могущественного титана? Я не знаю. Отлично, так тебе и надо, тупой скибидист. Ой, мы, в принципе, с маленькими можем разбираться с скибидистами на раз-два. Ё-моё! ТВ-мен! Разбирайся с ними! Ё-моё! Какой же ты жесткий! Спасибо тебе за все! Ё-моё! Нет, нет, нет! Его убили! Как так? Ё-моё! Может, только это можно спасти еще? Я не уверен, но... Пульс есть, но он... Через раз вообще, там, наверное... Около 30 ударов в минуту, я думаю, он вообще не... Но он есть, но он... Ё-моё, капец, как не прощупывается. Ой, ё-моё, одного он смыл, другого он просто побил. Офигеть, а этих он просто ослепил. Ага, вот еще тут старый скибиди-туалет здесь был. Ё-моё, это прям хорошо, Вдрэ сказал. Но это плохо то, что мой друг, он... Ну, это, блин, я не знаю. Ай, жалко, что у этого мэна нет функции, при помощи которой он бы мог излечить его. Чёрт. Ё-моё. Что здесь происходит? Что? Ты же это? Да, я это, ё-моё. Что здесь происходит, я не понимаю. Обернись назад. Мне кажется, если одного ТВ-мена будет недостаточно. Так, ложись, ложись. Надо будет потом еще кого-то разработать нового. А у меня уже есть идеи. Какие? Камерамена, который будет следить. Короче, он будет просто снимать этих скибидистов и пересылать нам информацию. Еще он будет также атаковать. Потому что ТВ-мен рано или поздно умрет, потому что... Ты видел, какой он громадина? Скорее всего, он с ним не справится. Вот именно. Thank you.
ё-моё. О, ё-моё. О, капец. О, ё-моё. Твмен. Капец, Твмену нужна помощь, походу. Ё-моё, смотри, у него нету... У него, короче, все ноги поломаны. Рука повреждена. Ну, короче, его надо чинить. Да, согласен, но... А если сейчас, прямо сейчас придут новые скибидисты, что мы будем делать? Но я не знаю, как-то смывать. Как их смывать? Как ты такого великана смоешь? Да ты просто не достанешь до него. А Твмен просто маленький такой и проник прямо в его унитаз и просто убил его, даже не смывая. Так, ну что же, сейчас я его отнесу в мою мастерскую и начну его чинить. А далее буду создавать новую расу камераменов. Хорошо. Ты со мной? Что за глупый вопрос? Да, конечно, потому что как я здесь буду один? Ладно, ладно.